Вот, слушайте. Встречаются два конкретно подсевших зомби. Слышь, мэн, у тебя есть чем догнаться? Йоу, чувак, мне тут один сталкер знакомый такую мощную штуку подогнал. Вообще, класс, а как вставляет? Да 5 секунд и просто отпад. Офигеть, а сильно гребет? Да сталкер сказал, что до полного отрыва башки. У-у-у, кайф. А называется как? А называется граната. Вот это знатно, чувак. Умора. Короче, сейчас состоится шутка юмора. Решили как-то зомби в футбол поиграть. Разбились на команды, нашли мяч, начали. Ну, в общем, наигрались там, ухайдохались. В общем, пора по хатам. Ну, думают, мяч-то надо забрать, еще ж пригодится. Нагибается один за мячиком, а тот ему и говорит: «Эй, братан, да ты че? Не надо, я сам домой приду. Вот как только тело где-то шляться перестанет, так и приду». Внимание, анекдот. В общем, разговаривают сталкер и Шульга, долговский командир. Шульга так: «Ну что, парень, хочешь у нас служить?» «Да за счастье, но только генералом». Шульга с такого, конечно, офигевает. Помолчал, собрал мозги в кучу и как заорет: «Ты что, идиот?» Сталкер подумал: «Слышь, дядька, а это что, обязательное условие, да?» Вот это знатно, чувак. Умора. Вот, слушайте. Сидят двое чуваков, уже курнули, им захорошело, все дела. Один у другого спрашивает: «Слушай, чувак, ты не знаешь, который сейчас час?» «Знаю». «Спасибо, чувак». Короче, сейчас состоится шутка юмора. Разговаривает Моисей с Богом: «Господи, ну 10 заповедей – это же очень много. Давай парочку уберем, а? Ну хотя бы вот это: не прелюбодействуй». Господь: «Моисей, не торгуйся». «Шо? Где здесь написано «не торгуйся»?» Вот это знатно, чувак. Короче, сейчас состоится шутка юмора. Один мужик говорит врачу: «Доктор, я совсем перестал спать. Вот только лягу, мне сразу же снится, будто я заперт в бункере со стаей кровососов». «Так, бросайте траву курить, уважаемый. Пора уже образумиться, не мальчик все-таки. Воздержание, только воздержание от любых галлюциногенов вас спасет. А за доктора спасибо. Меня простого контролера так еще никто не называл». Вот это знатно, чувак. Умора. Внимание, анекдот. Дрессирует как-то контролер слепого пса, а рядом зомби стоит и потешается. Контролер обиделся и говорит: «Знаешь, сталкер, я, между прочим, еще помню, как ты сам выкабенивался. То не сделаю, это не буду. Я человек, а не крыса подопытная». А вот послушайте. Поймали как-то наши на армейских складах долговца и говорят: «А ну рассказывай, сколько людей в вашем штурмовом отряде?» Тот такой: «Пошли вы, подонки, ничего не скажу, хоть режьте». «Да ты подумай как следует. Мы ж не просто так, мы ж по-честному. За каждого вашего тебе травы на косяк отсыпем». А тот еще пуще ругается: «За кого вы меня держите, сволочи? Да чтобы это я весь наш отряд за каких-то 12 косяков запродал!» Умора. Внимание, анекдот. Старый долговец рассказывает внучке о своих похождениях. «Однажды мне пришлось одному защищаться от 10 кабанов». Внучка: «Ну, дедушка, в прошлом году ты говорил о 5 кабанах». «Ты, внучка, была еще слишком маленькой и не могла знать эту страшную правду». Умора. Вот, слушайте. Сын расспрашивает отца долговца: «Папа, а папа, расскажи о своих приключениях в зоне». «Ну, сижу я, значит, в кустах». «Ага, в засаде сидишь, да, пап?» «Ну, пускай будет в засаде. Одно другому не мешает». Вот это знатно, чувак. Дело было так. Встречаются, значит, двое сталкеров. Ну, один спрашивает: «Слышь, а где Васька? Что-то не видно его сегодня». Второй отвечает: «А он за грибами пошел». «И далеко пошел? А хрен его знает».
Это смотря куда его грибы выведут. Так, как махну рукой, все смеются, поняли? Сидит мужик дома, никого не трогает. Вдруг стук в дверь. Ну, он пошел, открыл. На пороге стоят африканский слон, медведь-панда и хомячок. Мужик такой: опаньки. А они ему официально: уважаемый, нам поступила информация, что здесь злоупотребляют галлюциногенными веществами. Дело было так. Встречаются два монолитовца. У одного рука перебита. Один: на Припяти? Второй: на Припяти. Долг? Да, долг. Подстрелили или гранатой? Не, наступил один. Вот это знатно, чувак. Короче, сейчас состоится шутка юмора. Приходят долговцы в бар после очередного там своего крестового похода. Устали все как собаки, в кровище, в мыле. Ну, ясное дело, заказывают выпить. По ходу командир рассказывает, как там нам удохали с контролером, как зомбарей мочили, как мутантов душили. Тут в помещение комар залетает. Долговцы все как один срываются и давай всех стволов по нему швалять. Бармен из-под стойки орет: эй, эй, вы чего? А командир долговцев: этих гадов надо маленькими убивать, пока взрослыми кровососами не стали. Умора. Внимание, анекдот. Столкнулись как-то кровососы и контролер в подземке агропрома. Кровосос: ну ты урод, напугал меня. Контролер: на себя посмотри. Кровосос: да пошел ты. А контролер берет его под контроль, нагибает над лужей. А я говорю: посмотри. Вот это знатно, чувак. Умора. Дело было так. Два долговца беседуют. Ты не напомнишь мне, кто я? Жаворонок или сова? Ты уже пятый раз у меня спрашиваешь. Ты дятел. Умора. Внимание, анекдот. Приходит долговец к Кардану, технику, и говорит: ну что, готов мой заказ? А Кардан: не шебурши, и так башка трещит. И достает три пистолета. Вот, смотри, повысил точность, рукоятки сделал новые и магазины увеличил в полтора раза. Ведь могут же еще руки с пузырем другим. Долговец такой: да нет, машинки блеск, без вопросов. Но... какое но? Все же по высшему классу. Да это, я же вообще-то пулемет приносил. У меня там ленту заедало. Вот это знатно, чувак. Умора. Вот, слушайте. Идет молодой сталкер по зоне и вдруг видит озеро, которого нету на карте. Он туда-сюда, потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: уважаемый, а как бы мне озеро обойти? Тот отвечает: пошли мне, по дороге я покажу. Ну, идут, а молодой говорит: вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется: а кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик задумался и отвечает: ладно, монстры ж монстры, это понятно. Ну, зомби тоже еще туда-сюда. Ну, а нас-то, контролеров, чего бояться? Умора. Так, как махну рукой, все смеются, поняли? Устроил как-то долг на кордоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак хабара и бадун жутчайший, и чувство раскаяния накатило. Командир, отпусти ты меня. Вот говорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Ежели я бы трезвый был бы, разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Вот это знатно, чувак. Вот, слушайте. Приходят раз долговцы к бар женой, ну и стучат в дверь. Ну, стучатся, стучатся, а никто не отвечает. Ну, они вообще разошлись. Начинают в тупую ломиться. А тут вдруг, откуда ни возьмись,
появляется псевдособака и говорит: «Мужики, не ломитесь, никого дома нет». Долговцы прыг и в обморок. Самый крепкий в себя приходит, от собаки на всякий случай осторожненько отползает и лепечет ей прямо, аж заикается: «Ты, сволочь, что гавкнуть не могла?» А тварь ему: «Конечно могла, только пугать не хотела. Нервные вы мужики какие-то». Вот это знатно, чувак. Мора. Так, как махну рукой, все смеются, поняли? Молодые сталкеры не умеют собирать артефакты, зато опытные умеют не собирать. Вот это знатно, чувак. Дело было так. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и... Внимание, анекдот. Заблудился как-то долговец в зоне. Еле живой, ходит и кричит: «Кто-нибудь, спасите, помогите! Честное слово, пить, курить брошу, и даже про свободовца плохого слова никогда не скажу». Вот это знатно, чувак. Внимание, анекдот. Как-то раз плоть увидела неподалеку долговца и хрюкает, значит, своим поросятам: «Ну-ка, детки, быстро закройте уши. Сейчас он по нам промажет и так материться будет». Мора. Короче, сейчас состоится шутка юмора. Приехали телевизионщики в зону сюжет снимать. Отловили где-то одного из наших и спрашивают: «Что вы думаете об армии, о военнослужащих?» «Да уроды они, уроды, однозначно. Только и знаешь, что со сталкеров три шкуры драть. Тварей боятся, ни хрена реально не делают. В общем, на всю голову отмороженные». Телевизионщики такие: «Да, такое искреннее возмущение, прямо скажем, заставляет задуматься. А что вы можете сказать о группировке «Долг»?» Наш так помолчал, подумал: «Знаете, чуваки, я так мыслю, погорячился я насчет военных. Глобально они ничего так, пипл, нормальные». Так, как махну рукой, все смеются, поняли? Починили свободовцы танки и решили, в общем, повоевать на нем. Ну, там, одного чувака приписали, который когда-то танкистом был. Он им лекцию читает. Ну, говорит народ: «Скажите мне, что самое главное в танке?» «Пушка!» Ответ неправильный. «Броня!» «Муйня!» Ответ неправильный. «Эх, салабоны вы, салабоны! Самое главное в танке – это не усраться!» Вот это знатно, чувак!